Здорово, чатик, всем привет. Battle мод меня не интересует нисколько. Батим быстро бегает. Че, мать? Может, зверь хочет... Пока. Да, блять, какая перекладина, ну. Ну нокайся, блядь. Спасибо большое. О, что? Что, блядь? Это чё за урон, блядь? Охуенно. Против всех исчадий, против всех нечестивцев, рви и кромсай. Это, блядь, рофл, что ли? Я не верю, что два араха, блядь, мне снесли 150 хп, я в это не верю, блядь. Это бред полный. Два раза, блядь, в тролль попала, она не сломалась. Но у меня есть уже опыт в подобных троях. Я Doom 2016 года также троил. Поэтому все нормально, посадим. Я ходячих смотрел. Ладно. Заебало, раздражение в носу какое-то лютое. Чат, шутки про коронавирус очень тупорылые, блять, даже не представляете насколько. У меня вот на этом месте вылетела винда с псодом. Сейчас, когда вот звука не было, я фаскан запустил в ноде. Это вирусю нашел. Откуда, блять, хуй пойми вообще. Да почему? Я не прыгал же, сука! Побил клаву, блядь, из клавы батон, нахуй, вытряс. Почти целый, блядь, можно сказать. Блядь, как в турель-то попасть? Как ты, блядь, живой-то нахуй, алло! Ёбаный жир, блядь! Паскуда, блядь, ебаная. Супер дробовик с супер ареной, блядь. Я бы даже сказал супер пупер ареной. Да ебаная ты, блядь, паскуда. Привет, Ламбро, если тебе Микс предложит сотрудничать с ними, скажешь, что за ними официал, все равно тут станешь, не пистуешь как. Почему нет, если Микс нормально бабок предложит, блядь, конечно, все. Твич. Ну, мне Твич ничего не платит особо. Поэтому... Меня ничего не держит на Твиче абсолютно. Ой, как гладко прошло. Да, блядь, бей его нахуй. Иди в пизду, блядь! Бля, мне сейчас стало интересно, а китайская версия Дума, она какая? Ведь там же нельзя, там вот, кровь, черепа, вот эту хуйню все. Там просто ее нет. Что, блядь, меня дамажит? Браво, Евгений. Боже, какую хуйню я делаю, это пиздец. А куда она попадает-то, ёбаный в рот, блядь? А мне похуй, я русский. Чел, сколько сенса, тебя и фов, ебать.
Ебать. Сенса 800 при Вики. Вики HD. А, DPI, да, DPI. Сенса в игре. Так, так, так. 2.0. Ага. И FOV. FOV, значит, 120. Вот. А, блядь, никак не могу выбрать между двумя сенсами, между которыми 0. Лучше повыше, лучше пониже взять твоим хо. Спасибо. Бро, блядь, как удобно для тебя. Кто-то вообще на 3200 играет, блядь. И Макс Сенса в винде, блядь. Здравствуй, с акселерацией. И ему нормально, блядь. Не буду говорить, кто это. Блядь, нихуя я. Рискованный. Как от демон любые проджектайлы жрет. Любые вообще. Вы, блядь, осина. Вырубай, нахуй. Я понял. Нормально, блядь. Блядь, вот мразь ебаная. Не дал мне раззащиту забрать. Почему ты не нокнулся, да ебать? Как я тебе в спину попал, блядь? Ты чё, дебил, блядь? Нет. Мало? Теперь вам необходимо активировать второй терминал. Ну чё я делаю, блядь? Ну я же знаю, где тотем. Я знаю, сколько мобов, блядь. Я всё знаю. Чё я делаю? Продолжаю пробовать пройти дом на ультранет море. Трудно, но возможно. Никто и не говорил, что будет просто. А, турельку просто так не сломать, блядь. Надо именно взрывным чем-то попасть. Не-не-не-не-не-не, блядь. Я заряжен вообще нормально сегодня, прям, блядь. Плюс мораль лютейшая. Главное самому все равно ошибок не наделать. А чё он так быстро ожил? Ебать. Он очень быстро ожил. Ну нахуй. Чё-то я аж подохуел немножечко. Блядь, не сломал турель. Нормально. Ты не уёбывайся, блядь, жри гранату, блядь. Ну, сука, ебучие гранаты арахнотрона, блядь. Ай, блядь. Бездарно проебать армор, галочка. Вот эту хуйню почему не юзаю? Потому что она очень замедляет, блядь. Демоны воители дольше горят. Бля, мне так нравится это в Думе, что миссии здесь, ну прям реально, блядь, по 20-30 минут играешь. Броня с огнём светом в окне. Нет, с обычных мобов 20-30 армора, а с больших 40-50. В зависимости от прокачки вот этой хуйни. Где, блядь? А, у меня армор пока недоступен. В зависимости от прокачки кристаллов. Какой раз уже проходишь? Смотри, подрубаем логику. Если я умер 12 раз, значит это 13-й трай. Охуеть. Чё, кстати, чатик, где вам саундтрек больше нравится? В Eternal или в Doom 2016? Не, графон, кстати, в этом Doom лучше, но здесь более мультяшная цветовая схема. Из-за этого кажется, что графика хуже. Тут как бы немножко разные вещи, тут не стоит путать. В Eternal декорации прям, блядь, в миллион раз красивше и круче, чем... в Думе 2016 года. Ну и оверолл текстурки, конечно, поинтереснее. Вайп тот. Вот, от осколки от изрыгателя они на 50% увеличивают количество дроп армора. Блять. Паскуда ебаная. Весь темп сбил. Что? Какого хуя?
Ебать, это меня сбило с толку сейчас. Это меня сейчас очень сбило. Прикольно, прикольно, блядь. Блядь, да блядь, да блядский, блядь. А вот это что, блядь? Ой, блядь. Тихо, блядь. Бля, я сдох, что ли? Нет, заэскейпил. Жень, не умирай, ладно, не буду. Благодаря тебе узнал, что такое Doom, спасибо. Да не, ну что? Doom — это очень старая серия игр, вообще, пиздец. Это одни из первых шутеров. Наряду с Вульфиком, Квейком, впрочем. Еретик, Блад, там, такое вообще. Нет, эта кружка маленькая. Она что-то на 200 миллилитров. Я не такой большой, как вы думаете. На изи разъебал вообще. Чё-то разъебал нахуй. Очень боюсь самурай, блядь, не представляешь. Прям нервничаю очень сильно. Зря ты мне напомнил, вот стал нервничать еще сильнее. О, в смысле не попал? ГГ проебали. Как не попал-то, блядь? Ну как не попал-то, ёбаный рот, охуенно легкий таргет же. Боже. Супер легкий таргет, блядь. Против как я мог это миссануть, блядь? Чади из глубин. Против всех нечестивцев. В следующий раз по-другому поступлю на той арене. Я поставлю все бочки под правую плетку, а левую плетку залочу в базуку сразу. Манкубус это не проблема, блядь, он очень долго выходит. Сколько попытки первый дамаг сделал? Не помню, ну там 20-30 было. Да хуя, короче. Давай. Пока. Я умираю не от того, что левел не знаю, а от того, что я еблан кривой, блядь. Большая разница. Сравнение, нормально. Ну что, у людей называется карантином, у меня, в принципе, обычный день, блядь. Да, кстати, несмотря на то, что типа сюжетка одна и та же все время, да? Ну, повлиять на изменение миссии как-то сложно, да? Вообще невозможно. Из-за стрельбы, благодаря пиздатой стрельбе, можно траить, блять, вообще сколько хочешь нам. Что, блять? Еблан, блять. Куда полетел, ебать? Просто, блять, полетел. Попал. Окей. А, понял, не дурак, все, бай-бай. Сука, ай, блядь, умираю, нахуй, горит очко, пылает, блядь! Нормально. Это я просто нагнал обстановочку, блядь, чтобы вы проснулись наконец уже, блядь. Блять. Ёбаные зомби, блять. По здесь не умирай. Ладно, не буду. Не, как бы если ты сказал, то я не буду умирать. Базар ноль вообще. Все, видишь, не умираю. Блять, ну ты конченый. Недавно стрел видос, как эту хуйню на скрипке бахали. Блядь, стремительный какой, решительный, блядь. Непоколебимый, непокоебимый, блядь. О, ты куда, долбоёб? Блядь. Манкубусы ебущие, блядь. Ненавижу жирных, блядь.
Не, сейчас просто реально столько всяких методик, блядь. Похудеть, вот, диет разнообразных, блядь. Упражнений, чтобы быть жирным в 2020 году, это, конечно, конечно, да. Когда Doom закончишь? Через 3 дня, 15 часов, 28 минут, 13 секунд. Ты заебал отсвечивать, долбоёб, блядь. Что за сложность? Сергей 1987333. Добро пожаловать. Вы были отстранены на 10 минут 59 секунд за невнимательность. Впредь читайте название стрима. Спасибо. Короче, первая хуйня спускается, вторая чуть-чуть задерживается. Кто, блядь, шипит? Алло, вы сдохли, нахуй. Сколько пельменей за раз можешь съесть? 62,5. Ну что? Модификация на пулик. Ну, мобильная турель. А за место ротора энергетический щит. Типа ты зажимаешь правую кнопку мыши, у тебя щит перед ебалом. Он впитывает нормальный так урон. При полной прокачке этот щит выстреливает в челов и станет их. Блядь. Говнарь ебаный. Понял. Понял. Ебать, ты куда? Ты куда? Ты куда, бля? Теперь можно... Ярить. Пошел в пизду, блять, мразь, блять. Полевая машина, атакуй! Отлично! Дави! А почему ты не нокнулся? Блять, хуйлан. 4 залпа я в него дал, охуеть. Че, че такое? Какое? Я что сказал? Я ничего не имею против геев. Геи отличные ребята. Да, я, да, да. Че, я что-то сказал, что ли? ХП где взять, блядь? У меня 40 хп не достает. Ничего я не сказал, блядь, я не помню. Блять, нихуя он мне пиздярил, блять. И нахуй. Так. Что там Twitch придумал ебанутые правила, блять, конченые. Это не значит, что им надо следовать. Это я вот про всякие P-слова, N-слова. Ну, N-слово, оно действительно как бы такое себе, блять. Но в остальном, конечно, конченые. На П пора на миксер. Чё, вы клип-то мне скинете? Тест. Ой, что-то пошло не так. Чё? Короче, вы меня взбесили, мне нужно 10 минут, чтобы успокоиться. Потому что всегда, когда вы меня бесите, я умираю. 10 минут АФК. Стоит прям перед мобом. Я сказал, сучара. Стоит прям перед мобом. Сучара стоит прям перед мобом. Конченые, блядь, что ли? Блять, я еще больше разозлился, нахуй. Сейчас посижу, да, угу. Еще минут 5 надо. Это мерч хардплея. Хороший майк, кстати. Долбоеб мусор за окна выкидывает. Во здоровье. Все, я теперь, блядь, походу разозлился очень сильно, блядь, и не могу успокоиться. Я не хочу, блядь, валерьяночку ебашить, она очень притупляет. Она успокаивает, но очень притупляет. Так нельзя делать. Мне вот больше всего интересно, блять, а в чё же, сука, пострелять, когда я всё-таки пройду Doom Eternal? Я же его пройду, это вопрос времени. Call of Duty, блять, в эту гандикап-помойку играть, блять, с Дрейнисом. Пиздец. ИФТ, не, совсем не нравится. Там вот так псевдо-хардкорная дрочь для ебланов, блять, уже. Хуйней это заниматься, блять. Сидеть инвентарь только 20 минут, чтобы умереть за 2 минуты, блять. Евгений, что за сцены здесь устраивать? Сцены. Долбоёбы меня взбесили на боссе, не могу успокоиться. Какие, блядь, сцены, нахуй? А спокойство супер важно, блядь, когда ты траешь Doom, блядь. Тут прям супер холодная голова должна быть, чтобы ты свичил пушки, двигался, блядь, и попадал. Блядь, всё идеально, чтобы было, нахуй. Да, это как и демон.
Не, какой папка? Вы че, ёбнутые, блядь? Папка! Я в эту хуйню 2 месяца уже не захожу, блядь, и слава богу, блядь. В этом-то вся и проблема, блядь. Нормальных шутеров, актуальных, вот прям на сегодня, нету, блядь. Везде какая-то хуйня. PUBG, блядь, уже 3-й год не доделывают, блядь. В Call of Duty гандикап, блядь. EFT долбоёбская хуйня для псевдо-хардкорщиков, блядь. Причем бесцельная, блядь. То есть, блядь, нету нахуй нормальных шутеров, блядь. Просто нету, блядь. Надежда на Battlefield, который выйдет в 2021 году, блядь. То есть это охуеть как не скоро. И все, блядь, и все. Кончалыги, что ли, блядь? Какой это дрифтер, блядь. Раньше Doom не считал за игру, не играл, только благодаря тебе купил, и, блядь, лучшего, что я играл, 12 из 10. Ну, не 12 из 10, но, блядь, строгая такая, уверенная девяточка, блядь. Что тогда 12 из 10? А, какая там, блядь, Call of Duty Infinite Warfare, Ведьмак, блядь, от мира шутеров, 12 из 10, блядь, просто на кончиках пальцев, блядь. Вот всему есть предел, понимаете? Всему есть предел. Но только не в случае с Логвиновым, конечно. Блядь, это пиздец вообще. Это ж как? Это ж, блядь, сколько? Блядь, вот я не знаю. Чтоб я сказал такое, блядь, ну, 5 миллионов рублей, нахуй, не меньше. Прям с серьезным ебаном, чтобы сидеть перед камерой, блядь, и сказать: блядь, ну это, блядь, охуенная игра, ебаный рот, блядь. Блять, завалите ебало нахуй! Хавать охота. Главное быстренько все сделать. Так, замерзший противник роняет здоровье. Это, конечно, неплохо, но нам еще и хаешечка нужна, щита. Щита, блеск. Из Кузьма, блять. Плюс клип для дрона. Так, ща пысну, короче, фастом. И будем врата палача ебашить. Чат, ну все как всегда, блядь. Шел писнуть, захотелось какнуть, блядь. И вот оно пошло по накатанной, блядь. Он пока срал, блядь, отдышка. Вот сейчас надо еще посидеть немножко. Все, все нормально. Заебись, попилил воздух. Ебать, пилил в стенку, блядь. Говноеда, блядь, ебаного. Всю? Че, всю? Да, пиздец, игра легкая. Пиздец, игра изи, конечно. Ой, полковник. Ой, что ты спалил, блядь? Там есть трек из меню третьего дума. Третий дум — это ошибка, блядь, всего геймдева всех времен. Ну, блядь, третий дум, ты о чем вообще? В курсе, почему фильм Дум вообще про другое? А хуй его знает. Не, был фильм Doom, который старый, блядь. Ну как старый, в 2000-х годах. Вот он еще более-менее. Ну типа не хуйня, но и не... Ну типа не хуйня, но и не супер. С этим, со скалой. Поняли, да? Да, со скалой. Как его, блядь? Дуэйн Джонсон, блядь. Или как его там, блядь? Вот он нормально, кстати. Там, блядь, и ФПП есть, и БФГ есть, блядь, и пиздотня есть, блядь, и мясо, и рыцаряда, и Пинкич есть там, блядь. Ну, то есть, прям нормально. Ну, то есть, нормально сделано. Ай, блядь. Я тебя сломаю, придурок, блядь. Мяу! Гулан, ты играл в серию игр Dead Space, да, как она тебе? Если нет, то пошли меня нахуй, пожалуйста, Смулик. Я не пошлю тебя нахуй, потому что я играл в Dead Space. И Dead Space? Dead Space. Dead Space, кстати, блядь. Кстати, блядь. Ты сдохнуть должен, блядь. Hello. Шкет ебаный, блядь. Армор дай. Где, блядь?
блядь, проебал берсерка бездарно, блядь. Блядь! Да убей её нахуй, блядь! Давай. На. Не понтуйся, блядь. Блядь. Почему я забываю про эту тентаклю, блядь? И про эту тоже, блядь. Открывай нам. Ау! Ау! Нормально, все под контролем. Все под контролем сейчас, все нормально. Режь нахуй. Да, блядь, я же убил тебя нахуй. Вы же не думаете прострелить поверхность Марса насквозь? Мне похуй, я русский, блядь! Сейчас, если что, происходит самый успешный трай. Так, тут два барона. Тут два барона, нужно из БФГшки ёбнуть. Блядь, это что за кудесник, нахуй? Ладно. Охуеть. Вот так вот, блядь. Мансит не глядя, блядь, внутри. Я не хочу тебя пугать, но у тебя за спиной маленький какой-то демон. Блядь. Ну, сука. Пошел нахуй, блядь. Тихо. Чё нервничать-то? Ну, ебать. Сейчас будет фокус, охуеете. Блять, не, подожди, не, охуевай. Блять, хуёвый фокус, согласен. Блять, это вообще не смешной фокус был. Чат, вот я сейчас, вот даже планшет с собой не беру, быстро пыснуть. Все, видите, вообще молниеносно, я, блять, продэшился, нахуй. К туалету. Потом, короче, даблджамп, нахуй, на унитаз, блять, нормально. Надо сначала всех вокруг убить, а потом убивать мародера. План такой. Ай, блять. Так, за армором. Блять, уёба, тупорылая! Блять, дай бог тебе здоровья, блять! Вы, блядосина, блять, адская, блять! Забери свою шавку ебаную, блять! Приют обратно, блять! Пиздовоз молочный, блять! Вот как он меня бесит, блять, это пиздец. Ой, я уебал его, что ли? Появились снайпы, значит, я уебал мародера гранатой. Блять. Фигурка ансаба, блять. Сори, блять. Да мне до пизды, блять. Я же Думгай, нахуй ты мне, блять, что-то пиздишь. Мне вообще похуй, блять. Сейчас бы Думгай что-нибудь рассказать, блять. Так, знаете, что сделаем? На всякий случай. На всякий случай! Так, по пиздаку дали. Hello. Заебись. Чё, блядь, гонишь? Блядь, чит-дес активировал.
Бля, ну я проебал чит-дес на этой хуйне. Он вот здесь спавнился в прошлый раз. Вот здесь, я его приходил, убивал. Два раза, блядь. А теперь он заспавнился вон там, блядь. Охуеть. Какой классный моб, блядь. Так, Архвиль УТП, Архвиль УТП, блядь. Вот про Архвиля не забыть, блядь. На нахуй! Вспомнил, блядь, вот одну локацию, блядь. Интересная локация. Мне не хватит рез. Чтоб тебя же чела. А может и хватит. А может и хватит. Архвиль, Пейн, Арах, 10 уберемпов, 6 плеток, Тиран, 2 Манкубуса. А у меня ракет нет. Мы, блядь, удалим нахуй его сейчас ракетками. Просто удаление сейчас произойдет. Блядь, ну может не такое удаление, как хотелось бы. А, не, нормально. Вполне. Вполне заебись. Главное не спускаться вниз. Вообще нельзя вниз спускаться. Зажмут. Да, в смысле, блядь, алло? Кайся, долбоёб, блядь. Так, теперь Тиран Манкубуса. На, блядь. На, нахуй. Да, это пока самый удачный трай. И идет все супер охуенно. Сейчас будет мародер. А, не понял, блядь. А ты чего это, блядь, не застанил? Деловая, блядь, колбасяна. Пришел на смену мир зла под властью дворцов. Сейчас а будет... ведь этого можно да было... и позвали свой нахуй, блядь. Сейчас будет три пинки. Пейн. Два уберемпа. Блять, ты гонишь что-то? Опять Архвиль в какой-то шопе, блять, резнулся, пока его искал, блять. Он пизделиться успел, блять. Да блядь! Какая злоебучая секретутка! Как, блядь, не дышит-то, ёбаный твой рот, блядь, фурил нахуй! Ой, блядь! Некров. А, блядь. Хуя я полетел. Сюда прибывают люди. Да мне похую на ум. Пока их отберут для процесса. А вот это Саратов. Ай. Нихуя жжется, блядь. Блядь. Да что меня пихает-то, блядь? А это что? Мама. Гладиатор! Бессмертный бой! Ой, блядь, хорошо. Да куда ты, блядь, бежишь? Нет спасения, блядь. Вот это, блядь... То, вот... Вот, вот эта пластинка, блядь, видимо, со звуками долбоёбов. Пошёл нахуй! Держи. В этой
цитадели находится там мне похуй, я русский. Нахуй пошел, блядь. Здравствуй, Серафим. Здравствуй, блядь! Обидно. Блядь, еблан? Алло! А иди сюда, блядь. Слышь, говно, блядь. Ну, она. Блядь, вот это кто? Пызделка! Меньше любого демона ваншотает. Нет, не любого. Хантера, например, он отрезает ему платформу, либо убивает Хантера без платформы. Ничего не делает с мародером вообще, ну, ноль дэмэджа. Он просто щит ставит, иди нахуй. Так, сейчас будет самая сложная вещь в этой игре. Самая, блядь, сложная. Вот этот ебаный портал. Оп, нормально, 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 нормально. Кан Созидательница нужно, чтобы... Преодолели. Да блядь! Криворукая падла, ебаная, жирная гнида, блядь! Попади, блядь, в упор, блядь! Ебло, блядь! Так, вот тебя мы порежем нахуй. Стоп, рот. Ну куда ты, блядь? Да, блядь! Да, блядь! Сука! Это нахуй, это невозможно, блядь! Это, блядь! Блядь! Это испытание, блядь! Это испытание, понимаете? На психику, блядь! Я провалил его, блядь! А, что? Она должна была нокнуться. Да, блядь. Хорошо. Hands up, hands up. А это кто, блядь? Блять, тиран, на тебе нихуя не осталось уже. О, что? Нихуя себе. Ладно, блатовать не буду. А, чё ты щит поставил? Да. Арфеля нахуй. Ну шо, блядь, финалочка. Так, нужно чаще всего стрелять со снопы и просто с баллисты. Не в таком режиме, а вот в таком. Что? Что это было? Да блять, ну ты гонишь что ли нахуй? Блять. Мне просто не дает забрать мегу, ну ебаный рот. Но это был очень хороший трай. ГГ. Продолжим завтра, сейчас уже поздно, ребятушки. Под эту хуйню обязательно нужно сейвить чит-дес, потому что атаки этой поебения абсолютно непредсказуемы. Он просто бьет своими ебаными кулаками рандомно. И получается, он может прифайрнуть, ударить, блять, ну и вот, пожалуйста.
Как бы вот такое вот происходит. Нужен, да, обязательно чит-деск. Где, блядь, я сдох-то? Я уже даже забыл, где я активировал чит-деск, нахуй. То есть, получается, на супер неважной локации, блядь. Пиздец обидно. Ладно, давайте, чатик. Пошел я грустить. До свидания. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.